отеле Берастар Белла Коста. Смотрите, здесь есть особенность номеров. У них есть номера без балкона, ну, вернее, там есть балкон, но он полностью закрытый, есть номера с балконом. Вот видите, вот в этом крыле у них второй этаж, третий этаж, четвертый этаж идут с балконами. И на втором этаже, например, балконы большие, на третьем поменьше, на четвертом опять они большие идут, на пятом этаже балконов, видите, здесь нету на эту сторону. Это все то, что выходит на дорогу и на с той стороны, где подъезд автобусов. Вот в этом крыле тут нету балконов. Видите, на третьем этаже нету, на втором есть маленький балкон, на первом этаже там есть что-то тоже, на четвертом есть, и на пятом тоже нету балкона. Видите, первый, второй, третий, четвертый, пятый. Здесь есть балконы, там нету, там маленькие и нету. Со стороны моря и бассейна, видите, у них тоже не все номера с балконами. Видим, что у них получается второй этаж, третий этаж. Есть балконы. На четвертом уже нету балконов. Это в этом крыле. И крыле, которое слева, у нас получается второй, третий с балконами, четвертый без и пятый тоже с балконами. Виллы, они трехэтажные, у них три этажа. Есть балконы, на первом этаже большие балконы, на втором поменьше. Ну, здесь вот в данном случае тоже большой балкон. А есть вот такого плана поменьше балконы. И третий этаж. У них есть третий этаж с балконом, есть без балкона, судя по всему. Вот в данном случае, видите, нету балкона, там маленькая перегородка и французский балкон. При бронировании вы можете выбрать тип номера с видом на море или можете выбрать бунгало. Номера у них стандартные, которые в основном корпусе, они все слабые, такие, ну, пошарпанные, по-другому не скажешь. Единственный момент, что они без проблем вас переселяют. Если вам не нравится номер, который вас заселили, что-то не работает, приходите на ресепшн, говорите об этом. И, как правило, на следующий день, если у них есть в этот день, то они в этот день вам покажут другие номера, дают вам карточку, вы идете, смотрите, нравится вам другой тип номера, переселяетесь. Не нравится, живете в своем дальше номере. Поэтому вы можете здесь согласовать этот момент. Нам делают каждый день лебедей из одеял. А девочкам вот такие вот штуки. Вот таких нам лебедей с цветочками. Пойдемте посмотрим, поменял аккумулятор, как раз сел. У них всегда есть креветки, мы уже 7 дней здесь живем, питание здесь хорошее, много мяса. Здесь у нас жарят мясо на гриле, это свинина и телятина. Идем дальше, здесь у нас делают пиццы, прямо при вас. Вы можете сами собрать свою пиццу. И вот что у нас получается потом. Здесь такой колоритный повар, итальянец, делает нам макароны. У него все горит всегда. А, вот то, что я говорил. Креветки. И вот туда вот там жарят.
уголок с сыром, сыр с плесенью, обычный сыр. Вот такие ветра бывают здесь. Сломала даже. Вот так вот готовят сегодня. Фиеста. Прямо на улице. Под пальмочками. Пальмы, кокосы убрали. Пойдемте посмотрим, что у нас тут сегодня. В Белла Коста. Вот мясо. Я сюда сразу. Крылышки жареные, кукуруза на гриле. Рыба. Конечно, пирожки на солнце – это рискованное удовольствие. Живая музыка, все кушают, прикольно. Как на шашлыке в деревне. Забыл снять, тут еще фрукты вот так вот кромсают.